все силы, наверное, не все силы, но все равно знаю, что будет тяжелая игра, потому что команда Норвегии хорошо катается, очень хорошо держит шайбу. Ну как вообще настроение перед шведами? Завтра, наверное, самая главная битва в октете в этой войне. Ну, я думаю, не самая главная, но одна из важных игр, которую, на которую надо хорошо настроиться и быть готовым, потому что команда Швеции очень опытная, команда их тоже, опять же, хорошо катается.